Вы знаете, что сегодня в Украине, мы как раз сегодня с коллегой обсуждали, уже пытаются отменить Новый год, чтобы не было Деда Мороза. То есть у нас Санта-Клаус и Святой Николай Николаевич. Потому что русский Дед Мороз. Они начинают работать с детьми уже с 3-4-летними. Понимаете, внушая им, что уже нет Деда Мороза. У нас теперь будет Святой Николай. Такая папа, такую программу они запускают. Мы почему сейчас долго говорили о Януковиче?